Госавтоинспекция Партизанского района совместно с партизанским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проводит акцию «Уступи дорогу спецтранспорту». Основная цель мероприятия – это контроль над соблюдением участниками дорожного движения правил по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств оперативного назначения. Подобное мероприятие проводится уже не в первый раз и учат водителей и пешеходов к правилам поведения на дороге. Согласно правилам дорожного движения, при приближении транспортных средств оперативного назначения с включенными маячками синего, либо красного, синего цвета, водитель, независимо от направления движения, должен уступить дорогу и обеспечить безопасность проезда указанным транспортным средствам оперативного назначения. Зачастую при движении спецтехники МЧС граждане, как водители, так и пешеходы не уступают дорогу. Несмотря на то, что машина, видно, что едет на происшествие, работают и звуковое оповещение, и маячки работают, но люди почему-то не задумываются, что где-то кому-то нужна в эту минуту, секунду даже помощь. И когда едет пожарная машина на происшествие с включенными маячками, то это означает, что действительно кому-то нужна помощь. Как правило, в дневную время суток основная проблема для работников МЧС, выезжающих на происшествие, это когда очень много транспорта, особенно в час пик. Вот в ночное время суток проблема заключается в том, что когда приезжают на пожар, очень много во дворах припаркованных автомобилей и нет возможности проехать очень быстро к месту пожара.